Всем привет, ребята. Короче, я буду делать реакцию на алфавит Лор. Давайте посмотрим. Смешно очень. Бабочка буква Б. Буква С. Типа блёп-блёп. Б. Д. Буква Зуаля. Как я снимал соус такой. Буква Э. Почему-то буква И после буквы Ф начинается. Как-то странно. А вроде в обычном алфавите его поют A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, B. Прикольно. Буква F без лица. Жи. Опять та бабочка. Та бабочка опять. Та бабочка. Едет. Эйч это призрак. Буква F спряталась в букву H. Все. Ни одного зрения не осталось. Так я снимал такой соус. А да, называется «Упорец, я иду», но это алфавит Лор. Здесь я такой же момент снимал. Чай? Вообще странно. Что это вообще? Этот звук не могу повторить. Прямо один в один звук. Это немного изменен звук. Вау. Супергерой. Получается... Буква К, которая говорит К. Он типа муха. Н. Буква К улетела. Н. Видели это? Н. О. Буква О тоже супергерой почему-то. Буква Б супергерой. Почему?
какие еще такие супергеройки? Кёп! Улитка Кью. Вот. И здесь написано Кью. Я буду на подставке смотреть. Это же то. Так, я видел конус и того, но русский. Здесь... Но это был сонг. И, представляете, там буква R была без этой палочки, которая немного наклонена. А потом превратилась в обычную букву. Включается в мир. Нет, в карту. L и R должны быть вместе с N. Кёп! Похоже на нуба из Робокса. Снизу типа санички нуба зеленые. Вот это типа серединка, это типа... То есть получается тело нуба, торсо нуба, а сверху типа золото, это голова нуба. Типа нуб получается. Еще. Пей, 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 пей. Буква. Буква такая злая, что сможет меня убить. Как захорошо, что буква F в Энзине не существует. Хотя бы. Из-за того. Чи-чи-чи-чи. Кстати, он длится еще 15 минут. Очень долго. Я думаю, это видео будет длиться 20 минут. Это видео сейчас. Опять буква М. Почему опять? Господи. Буква М почему-то всегда превращается в обычную букву. Буква F в букву И превратилась. Все, он теперь перестал грузиться, но он сама мой супергерой. Буква F нюхает. Все, больше не больше. Ой, муха. Больше буква С и буква Б не умерли теперь. Но буква С хотя бы вызвала. Хорошо бы этот звук. Когда буква С ест букву F, под особо этот звук. Пи.
скажи. Буквально весь в высотках этих. Буквой били-били. И он превратился вот такой буквой. Буква Ю. И записано буква Ю. Но я думаю, по его условию понятно, что это. Буква Ю прикольная. Вы. Зубы это зуб. Скачали. Все. Проглотил. Проглотил пули. Хоть вы знаете, что это за звук? Это я просто мыску двигаю. Просто на самом деле мыску двигаю. Все, я звать. W двойка. Появилась буква М просто. Буква И. Это уже почти. Ну, изначально я смотрел время, сколько длится ритуал. Но раньше он длился 8 минут, а теперь длится 15. Я думаю, мне просто показалось, что он длился 8. Буква И, буква Н. Так как вообще руль поворачивается? О, этот Кью. Экс. Экс. Буква X тоже двое. У меня два зуба уже выпало. Но это очень странно. Why? Почти, почти и до буквы Z. Буква F. Сплюнул буква F. В большой комнате. И...
смог, буквально смог. Хотя бы. Буквально что-то делает. Что у него с глазами вообще? А, он вспоминает. Я тоже что-то вспоминаю. Наконец-то смогли узнать, почему буква Н злая. И еще смогли его убить. Ой. Просто дверь не закрыта. Все, буква Ф умер. Друзья, кто? Опять это буква Кью. Н. И. Всё. Н. Маленькая. И. Д. Ай. С. А. Обратили. Друзья. Как получается, он не боится английского. Как получается, он не русский. Я понял теперь, откуда буква H стала призраком. Фрик. Мы в какой-то фрик попали, походу. Походу мы в какой-то фрик попали. Фрик! Почему они себя ведут? Я теперь понял, почему буква F злая. Все. Упала буква F. Все, это вопросик буквы Q. Не слышит никто. Так, это походу конец ролика. Буква Е, все. На этой башне. Я понял.
Я понял, как он забрался сюда. Там здесь есть лестница какая-то. Буква Z. То есть получается, буква Z — это планета. Прикольно. Все.